В Ивано-Бутантайском районе медицинским вертолетом эвакуировали двоих мужчин. Сообщается, что пострадавшие накануне повздорили в лесу. Конфликт перерос в драку, и мужчины получили ножевые ранения и нуждались в срочной госпитализации. На рассвете медицинский транспорт приземлился недалеко от места ЧП. Через реку и два ручья спасатели и волонтеры аккуратно пронесли пострадавших к вертолету. Уже в полдень мужчин доставили в больницу в Якутск. Спас-работы проводились совместно с авиацией и медициной катастроф. С нами летали медицина катастроф. Вот, они произвели непосредственно сразу осмотр, прилетели в Жиганск. Было мнение оставить в Жиганске или до Якутска, но, в общем, решили везти до Якутска. В Жиганске опять дозаправились и полетели на Якутск. Тут уже их встретила, получается, машина медицины катастроф, передали, и сотрудники полиции.